Международные резервные активы страны остаются на высоком уровне и превышают пороговое значение на 2 миллиарда долларов. По данным Нацбанка, на начало 2024-го ЗВР Беларуси достигает 8 миллиардов 127 миллионов долларов в эквиваленте. Наибольшую долю в структуре занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. В стране второй год подряд растет количество контейнерных железнодорожных перевозок грузов. Более 1 миллиона 20-футовых перевезла БЖД только за 2023. Одно из основных направлений – Китай. В прошедшем году в Поднебесную по сухопутным маршрутам, а также через российские порты, было отправлено свыше 1500 контейнерных поездов, на 50% больше, чем в 2022. Беларусь обеспечивает себя молочными продуктами на 267%. В странах ЕС уровень достигает 118%. Отечественные производители по-прежнему могут экспортировать качественный товар без ущерба для внутреннего рынка. В планах расширения поставок в Китай, ОАЭ, Вьетнам и другие государства. 10 января с 10 до 12 часов пройдет электронная ярмарка вакансий при поддержке Управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда, а также направить резюме, получить консультацию. Бобруйский городской исполнительный комитет информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений по 12 января включительно по адресу улица Ленина, 1, кабинета 101-102. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте горисполкома.